11% россиян считают, что свобода предполагает возможность исповедовать религиозное мировоззрение, показал опрос, проведенный исследовательским холдингом «Рамир». В 2004 году эту точку зрения разделяли всего лишь 5% респондентов. Чаще же всего свобода для россиян означает возможность заниматься любимым делом, открыто выражать свое мнение, получать любую информацию и возможность разбогатеть. Опрос проводился среди 1500 человек во всех типах городов и в сельской местности всех федеральных округов России.